Это программа «Неделя в городе». В студии Михаил Зеленский. Здравствуйте. Спецправа для спецтранспорта. А дальше мне не пролезть здесь. Нам какой? Последний подъезд? Жизнепарковка. Разрешат ли пожарным и скорым таранить машины, оставленные во дворах? И кто платить будет? Мы надежды. Мы вам жить откроете дом! Вам жить откроете дом! Несколько десятков дольщиков компании банкрота наконец-то стали собственниками квартир. Что дальше? Я не уверен, что я дождусь. Выход есть. Здесь можно было найти все, что угодно, кроме самого главного. Нужного маршрута автобуса, выхода к метро или к железнодорожной платформе. Московский самострой, похоже, уходит в историю. Куда исчезли уличные торговцы? О переменах, сопротивлении, спорах с жителями и нерадивых подчиненных. Но здесь расслабляться нельзя. Нужен глаз на глаз. Философия губернатора Воробьева. Это жизнь, это нормально. Там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой. Эти слова великого русского поэта как нельзя лучше характеризуют ситуацию.